только что прошли через контрольно-пропускной пункт израильских властей, которые охраняют палестинскую территорию западного берега реки Иордан. Это основная территория Израиля. И подобные контрольно-пропускные пункты стоят не только на границе западного берега реки Иордан и Израиля, но и между самими палестинскими городами. Мы ждем машины, которая подберет нас уже с этой стороны. I don't know.